казахстанские дети должны больше читать. Такую мысль сегодня озвучил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, в стране наблюдается низкая читательская грамотность казахстанских школьников. На 4-м заседании Национального совета общественного доверия он отметил важность открытия библиотек в республике. При этом и диджитал-сегмент – веление времени. А потому трудовые кадры должны обладать этими навыками. Вообще, в своей речи больше всего глава государства говорил о занятости населения, начиная с трудовой миграции. Также он подчеркнул, что процесс политической модернизации будет иметь продолжение. И именно молодежь сможет увидеть ее плоды. О главных тезисах мероприятия расскажет моя коллега Жанна Алпыспаева. Она сейчас на связи со студией. Жанна, какие проблемы озвучили общественники и услышало ли их государство? Думаю, да, Жалгас, так как совет для того и создавался. Проблемы, которые озвучены сегодня, это вопрос социального жилья, проблемы трудовых мигрантов, образование, как мы уже отмечали выше, поддержка бизнеса. Например, рабочая группа Национального совета общественного доверия предложила разрешить приобретение вторичного жилья по ипотечной программе 5-10-20. Напомню, сегодня возможна покупка только первички. В Казахстане около 30 тысяч многодетных семей стоят в очереди на жилье. Им выдают арендные квартиры, которые нельзя приватизировать или передать по наследству. Из-за этого многие из них берут ипотеку, отметили члены совета. В Казахстане существуют программы 7-20-25, 5-10-20. Очень хорошие, но по ним есть свои сложности по приобретению жилья. Например, ипотека выдается только на новое жилье, а цены на первичное жилье высокие. За 15 миллионов тенге можно купить лишь однокомнатную квартиру, а многодетной семье с 5 детьми невыгодно брать в ипотеку однокомнатную квартиру на 20 лет. Затронули тему и трудовой миграции. По словам Касым-Жомарта Токаева, ежегодно тысячи казахстанцев становятся трудовыми мигрантами. И, как правило, они работают нелегально. Они работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация, но и многие из них заняты в сфере услуг. И там они готовы браться за работу, которую бы, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране. Однако, по его словам, в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, и ее нельзя трактовать как однозначно негативное явление. Есть и положительные стороны. Например, повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социально-культурной среде. Касым-Жомарт Токаев заверил, что государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции. Сделала акцент он и на школьном образовании. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах. Интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи. А библиотека должна быть местом сосредоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг. Ну и особое внимание президент уделил прекрасной половине человечества. Он предложил увеличить долю женщин в управлении госкомпаниями. Сейчас доля слабого пола в руководстве компаний с госучастием составляет 5-7%, при том, что их численность – половина жителей страны. Члены совета проработали этот вопрос и внесли предложение о необходимости введения обязательной нормы о повышении доли женщин в руководящих органах и компаниях с государственным участием до 30%. На этом завершу. Жалгас. Интересно, Жанна, ну, быть может, в будущем тоже тебя увидим в управленческой сфере. Спасибо, а пока.